В России нет мусульман, в России нет христиан, нет буддистов и нет протестантов, и даже, ты удивишься, нет иудеев. Там есть рабы Путина. Потому что все эти люди и персонально, ну 99,3, и религиозные организации, это все структуры ФСБ. Это я все прекрасно знаю, даже не на примере мусульманских, там на примере еврейских организаций, иудейских. Я прекрасно знаю, мой лучший по жизни друг Павел Фельдблюм, который сейчас очень много хорошего делает для Украины. Ну, я не буду рассказывать, это просто человек, ну, для меня равный Богу, да. Вот он когда-то был, он восстановил когда-то синагогу главную в Москве на Китай-городе, да. Это было еще в период, когда, ну, вот эти Ельцин, вот это все, еще не было вот этих гаек, да. А потом пришел Сурков и сказал им всем, или вы будете к ногтю, или вас не будет. Там вообще никто, даже вот говорят сейчас Путин, и тогда вот прям в самом начале Путина никто не стеснялся в выражениях. Так они говорили с еврейскими общественными деятелями тогда. Но самое главное, что не согласился сотрудничать только он один из всех их, понимаешь? Все остальные подписали. И их имена мы знаем. Берлазар, Борода. Дальше можно там через запятую, я их просто не знаю никого. Но глядя, как нагло они работали, работали с еврейскими организациями, за которыми стоит Израиль, типа, знаешь, Всемирный еврейский заговор, Америка, там вот это. Они вот так с ними разговаривали, как со школьниками, нашкодившими, говорит директор школы. Сурков с ними говорил, он просто издевался над ними, просто глумился над этими бородатыми людьми, которые там вроде как, там такие, ну, не иерархи, иерархов нет там в иудаизме, но такие рэбы, да, серьезно. Он с ними Да, но разговаривал. у меня было ощущение, Да. что ислам это слегка другая ситуация. То же самое. Про ислам тебе расскажу два слова. Ислам, он четко разделен, там есть еще региональное деление, но все они находятся под управлением ФСБ. Офис ФСБ это вот главная соборная мечеть в Москве, рядом, которую они новую построили там. Но и в старой то же самое было. То есть это просто клака переехала в красивое здание, рядом с Олимпийским спорткомплексом, да? Это же то же самое все, да? И, значит, когда убили, помнишь, в Центральной Африке убили двух журналистов. Один из них был Орхан Джемаль. Я его лично знал немножко. Я с ним 1,5 раза в жизни виделся. Но он был отважный парень, да. Что там у него в голове было, это второй вопрос. Но он был отважный парень. И, как бы, и он не такой был, как его папаша, да, который был публичный антисемит и так далее. Вот. И когда его убили там, убил его Пригожин, да, ну, Путин его убил. Его приехали и его привезли, когда тело, и его отпевали, ну, по-мусульмански немножко по-другому называется, но неважно, отпевали его религиозно, прощались с ним, вот в этой мечети, рядом с Олимпийским проспектом, главной мечеть России, да, там нет такой иерархии, понятно, да, там кто-то себя в Казани считает главным, кто-то где-то там на Кавказе, но это главная мечеть России вот там находится, в центре Москвы, да, и вокруг его гроба стояли одни ФСБшники и сын его, который сейчас уже большой уже, наверное. Я смотрел на моего сына Мансура, я его никогда не видел, я просто знал, что он есть, да. И стоит его сын, по-моему, его вдова, на которой я тоже знал, не помню, была она там или нет. Стоят, и вокруг его гроба стоят его убийцы. Я тогда написал еще в Фейсбуке, который у меня был: Господи, как же надо прожить жизнь, чтобы тебя хранили твои убийцы? И они скорбели, они там рыдали и так далее, и так далее. А это его убийцы, это управление ФСБ, понимаешь? Это ФСБшники, все до одного высокопоставленные вот эти муфтии, они все в ФСБ со званиями ходят. Ну, со званиями или с прозвищами, я не знаю, как это уже по-русски сказать это, да? Но неважно, или штатные, или внештатные, как угодно. Вот, но это сотрудники ФСБ, понимаешь? И то же самое, Равина, я тебе уже сказал. То же самое протестанты. Я немножко знал протестантских лидеров. Это абсолютно. То есть все нормальные протестанты оттуда уехали. Ну, например, вот община баптистская и евангелистская, которые были в Тамбове моего детства, да, а там были тысячи баптистов, евангелистов, они все уехали. Кто в Австралию, кто в Америку. То есть все честные пасторы всех выжили до одного. Всех честных раввинов повысылали. Это я уже знаю из источников, близких к израильскому правительству. Они высылали пачками честных раввинов, которые не поддерживали войну, оккупацию Крыма и так далее. То же самое они делали с протестантским, ну, это, конечно, маленькая часть, да, но они и с ними. То есть, если даже с протестантами, у которых вообще все децентрализовано, да, которые такие все из себя святые, праведные, такие, значит, нестяжатели, у них нет там часов за 100 тысяч долларов там, на руке, да, или за миллион, как у Гундяева.
но и их запугали, купили, кого надо выгнали, кого надо приручили, подписали контракт, вот как вот Паша мне рассказывал, как предлагали сотрудничать, да, вот, когда он отказался, все согласились, что сидели в этой комнате, да, в итоге. Он-то думал, что не согласятся, а они согласились все, да, и они тут же про него забыли моментально. Вот, а значит, что говорить про православие, наверное, про православие ничего говорить не буду. С буддистами то же самое. Все то же самое. Есть буддисты более высокопоставленные, с ними работают на уровне там, центрального управления. Мулы там, и всякие раввины, которые по регионам, с ними работают региональное управление, ФСБ и так далее. Никаких церквей нет, поэтому никаких мусульман, никаких христиан, никаких иудеев, никаких протестантов и православных христиан. Никаких там просто нет. Это все театр, понимаешь? Это людей, да, люди могут, типа, думать, что они верующие, ходить в эти ФСБшные храмы, где все просматривается, прослушивается, и где им в уши вливают то, что нужно вливать. Но они имеют право на иллюзии, потому что они рабы. Раб имеет право на все. Там, на анонизм, там, на марихуану, там, на алкоголизм, потому что у него жизнь раба. Он живет в иллюзиях, понимаешь? Вот он должен себе придумать оправдание, почему он раб и почему он не борется. Вот это оправдание. Теперь они загремят евреев в Махачкале, потому что мы же мусульмане, там, понимаешь? Завтра православные пойдут евреев выселять. И я уверен, что православных, среди православной церкви, антисемитов гораздо больше. Они с удовольствием пойдут с хоругвями, значит, евреев искать по улицам, понимаешь? И также все, я только не знаю, кто будет, что будут делать евреи. Они тоже будут евреев искать? Ну, в смысле, раввины вот эти, иудейские, да, под ФСБшные. И они будут кричать, нет, только нас не трогайте. А им скажут, так, товарищ майор или там позвонит и скажет, так, позывной Хрюкин, значит, раввин там, там, не знаю, там, Берлазар. Ну-ка молчи, а то партбилет на стол положишь. Понимаешь? Нет там никаких, ни мусульман, там все ложь. Там нет искренней, то есть люди, наверное, искренне верующие, но все они в системе, они в этой матрице, вот это 2-3 сознательных человека, истинно верующих, добрых, там богобоязненных и так далее, это вот погрешность, это песок в этой вот этой комнате, в которой я нахожусь, понимаешь? Этого практически нет. Поэтому забудьте вы про мусульманский фактор. Вот когда у них власть развалится, вот когда у них понесется все в разнобой, после экономического кризиса, после того, как они обнищают, не раньше. Вот. И даже количество погибших в Украине не играет роли. Понимаешь, им все равно. Вот когда тогда эти псевдо-царьки вот эти начнут использовать тоже опять ислам, христианство, что-нибудь еще использовать, да, в данный момент никакого нет ни исламского фактора, там, ни буддистского, никакого. Они все за войну, они все нужны Путину для того, чтобы гнать, убивать украинцев, вот этих вот людей, и оправдывать его политику. А использовать их могут. Ну-ка идите к нам погром устройте. Ну-ка идите к нам крестный ход, русский марш. Ну-ка идите к нам вот это. Ну-ка идите к нам вот то. Понимаешь, это совершенно не имеет значения. Это вопрос не религиозный. Это вопрос рабства. Просто в рабском театре раздали роли. Вот ты похож на мусульманина, будешь, значит, мусульманином. Ты, значит, похож на этого, будешь. Ты у тебя нос такой, вот будешь этим самым евреем. Понимаешь, а по сути к ним относятся просто как к подчиненным, как к людям, подай, принеси. Понимаешь, и говно за мной подбери. Вот и все. Вот и... Поэтому не надо рассматривать Россию и то, что там происходит, как выборы у них не выборы, так и религия у них не религия. Вот и все.